Я вижу в ней какой-то потенциал. В нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш на 16 тысяч рублей, что постоянно скальпингом можно здесь поднимать баблишко. Нет другого, как только ей расти вверх, до 200 минимум, говорю, рублей. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана, и сегодня я тебе расскажу, куда вкладывать в Steam. Я лично вложил порядка 50 тысяч рублей, хорошие скины, наклейки и прочее. Интересно? Присаживайся поудобнее. Я начинаю. Я понимаю, что сейчас будет немного банальщины, но я обязан это сказать. Любая инвестиция – это риск, поэтому, дружище, я буду рассказывать лично свое мнение, куда я вкладываю, зачем я это делаю и почему. А ты сам уже решай, нужно тебе это или нет. Поехали. Начнем с самой первой хайповой инвестиции, конкретно наклейка в паутине голографическая. Почему именно я ее выбрал, а не другие наклейки из расколотой сети? Давайте зайдем в нее, я покажу, почему именно она. Самое первое, что мы видим, если откроем полный список, мы видим, что по 107 рублей закуп идет. Также идет по 115, 958 штук, ну и по 101. То есть отскок от сотки вверх летит легко. Поэтому я брал за 120 рублей 30 штучек, и мы видим, что уже ценник начинает расти. Максимум здесь на 127 соточка есть. На 131 и на 133. В остальном мы летим практически к 150 рублям. В течение, я думаю, пару дней 100 пудов туда уже прилетим. Поэтому эту наклейку, 30 штук я купил, я вижу в ней какой-то потенциал. Поехали ко второй инвестиции. Так, подожди секундочку. Я хочу сказать, что в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш на 16 тысяч рублей. Там и ножи, и калаши, все для тебя. Поэтому желаю тебе удачи, участвуй. А мы продолжаем. Здесь я очень плотно вложился в наклейки BIG Краков 2017. Я покупал их по примерно 78, возможно 76 рублей, в зависимости от цены. Сейчас в данный момент она стоит 104 рубля, и я вижу в ней потенциал по одной простой причине. Продают их очень мало, запросов на покупку много. И также по стенкам посмотреть, мы видим только на 115 рублях есть какие-то 50 наклеек. Дальше все, дальше летим до 200 на изи, поэтому, ребят, срочно покупайте, я вам реально говорю, здесь вы можете поднять буквально за день уже денежку. Летим к третьей инвестиции. Я верю в BIG, тем более они сейчас на первом месте, поэтому почему бы нет. Но люди еще, кто покупает именно Big Dig, да, знаете, ставится такая штука на АВП, к примеру, тоже покупает такие наклейки. Поэтому здесь нет другого, как только ей расти вверх, до 200 минимум, говорю, рублей. Все, третья инвестиция, погнали. Здесь все просто. Я покупал снежного вихря по цене в 1060 рублей, в 1100 рублей. И если мы зайдем на торговую площадку, то увидим, что постоянно скальпингом можно здесь поднимать баблишко. В 1250, сами видите, ценник постоянно прилетает, то есть мы по низкому прайсу закупаемся, по высокому продаем. И я уверен, что в ближайший, наверное, август, в конце августа, а эта цена будет примерно 1300 рублей точно. Ну, в принципе, я верю в это, я, сами видели, скупил этих калашей много. Полетели к четвертой инвестиции, это М-ка, и я расскажу, почему я ее купил. Кстати, сейчас спонсорка за 149 рублей дает тебе право попасть в закрытую группу, где постоянные розыгрыши, любые инсайды, которые я только знаю, ну и ставочки там тоже есть, рассказываю абсолютно все от себя, поэтому, дружище, спонсировать не за 49, а за 149 рублей. Я тебя жду, там просто надо будет вступить, я тебе добавлю. Все, продолжаем. Здесь я ее покупал также по лоу прайсу, я покупал за 315 рублей, и постоянно ценник вылетает порядка 370-380 рублей. Иногда бывает сидит на 360. Суть такова, ты покупаешь по лоу, продаешь по хай, и за счет чего ты получаешь свои проценты. Да, иксов никаких не будет, кроме как на наклейках и так далее, но если постоянно работать, если отдавать себе час-два в день, то смело можно как на таких скинах, так и на таких скинах также поднимать баблишко. Но если вы хотите сразу хайповать, то вам нужно покупать, естественно, BIG и покупать вот эти наклеечки. Именно CSGO, никакие другие, потому что именно вот эта наклейка вырастет в ближайшее время. Вот я и рассказал, куда я лично вложил практически 50 тысяч рублей. Если тебе интересна такая тема, обязательно поставь лайк, соберем 1000 таких лайков, я буду регулярно рассказывать, куда я вкладываю, чтобы ты понимал и вместе со мной понимал баблишко. Все, был с тобой Серега, Сайбербанана. Давай, дружище, поучаствуй в конкурсе, который в описании, и также посмотри вот этот годный видос. Пока-пока.